Катя ищет свои наклейки, которые надо наклеить на руку. Татуировки. Да, татуировки. Ну и заодно решила порисовать. Потому что у нас есть эти самые. Да, так-то мы вообще собирались на улицу пойти погулять, в лес, покататься на ватрушке с горы, с большой. Ну... Полетели, Катя. Снегом корми папу. Папу корми снегом. Шутка. Только не... Так, что вы рисуете? А, оттачиваете мастерство по нарисованию сердечек. Угу. Какое сердце у вас выразительное получается. Это у меня такой шар. Видите? А, это шарик, оказывается, да, не вот сердце. Шарик. Так. Теперь раскрашиваем. Снимая черный цвет, получается разноцветный шарик. Какая волшебная бумага-то у тебя. Так можно хоть что нарисовать на этой бумаге? Угу. И оно будет разноцветное, не красиво. То, что, не то, что по белым раскребать. По белым, да вообще, по белым вообще, вот. Вот такого нет по белому. А что ты ешь? Такую жвачку. Жвачку? То есть не жвачку, а такую конфету. Это такая конфета, она газированная кока-кола. Газированная кока-кола? Да, сладкая. Вот таким толстым слоем. Этим тоже нужно раскребать. А, и получается большая линия. Угу. Такая толстая. Так вот, хорошо. Если надо толстую. А если надо тоненькую, рисуешь тоненькое. Шарик в виде сердца. Угу. Только ниточка у него такая маленькая получилась. Да, потому что он только вылетает. Отсюда он вылетел туда. Видите? А, и туда. И пошел, пошел, пошел. И не догнать его. Где у нас есть чистый... О, вот такой подходит. Он очень чистый. Смотри, прям у нас черный квадрат Малевича получился. Такая картина есть. Очень знаменитая. Что же я нарисую? Что же ты, наверное, можешь нарисовать? О! Букву О? Нет? Да, это я помню. Я помню, как я до этого рисовала это все. Это я это все рисовала. Это ты я рисовала. В молодости рисовала? Да. А сколько тебе сейчас годиков? 6 лет? Да, мне исполнилось 5 лет. Так, а показываешь 6. Ну, ты, наверное, авансом еще один пальчик показываешь. Пишу фиолетовым цветом, какие я буквы знаю. Давай. Это у нас буква А. А. А это у нас буква С. А это у нас буква О. Так. А это у нас буква... Как жучок. Да. Жук.
Это буква Р. А это буква. Знаете, какая? Даже не догадываемся. Буква. Ну-ка, покажи нам букву К. Чье имя начинается на букву К? Катя. Молодец. Катя. Еще... А вы, я не знаю, как она рисуется. Ну, ты знаешь, что есть такая буква? Л. Ну-ка. Л. Я знаю. Продемонстрируйте. Л. Так... Вот с таким... Не каждый-то сейчас сможет с такую букву вспомнить и нарисовать, что такая буква «Л» есть. Еще, еще... Это «Л», «Л». Еще я помню... А, вот такая буква. «М». «М». Какое слово начинается на букву М? На букву М? М&Мс. В точку попали. Молодец. М&Мс. Да, внутри эту кражу. Внутри? Это тонкая работа. Такое маленькое сердечко разукрасить. Ой, а я тут и забегала. Так, а тем временем... Это у меня лист разрисован. Тем временем наши ребятишки... Вон они что там... Свою любимую капустку едят. Но не простую качанную. А пекинскую капусту они любят. То они вообще не едят. Такие хитрюли. Вот так вот таскают тут. Вот она, девочка наша, Пуся. Вышла, хохуся. Так, побежали, побежали. Тут в коробочке, видишь, у меня же лежит зайка, а это его принадлежности. Так. Это у меня такое, спать ему. Это, то есть, это подушка. Это такая подушка, как да, цветок? Это арбушка, это арбузик, это сосиска, ему покушать. Это бантик запасной, вот еще один бантик на него. Вентилятор, вот, кружится сейчас уже. Чтобы ушки разлетались? Да нет, чтобы... Проветривать? Нет, чтобы было не жарко. Вот еще ага. Диван. Столько аксессуаров у него? Да, и еще и сам зайка, и это его зовут Банни. Вот, и это ёшная игрушка. Сейчас я нарисую кровать. А сосиски зайки тоже едят? Да. Обожают. Ой, прям. Сейчас я тоже морковку ещё. Наконец-то морковка хоть у него будет. Но это так, еще, а тем временем наши мышки еще. Устали. Подушка. Вот Мани прилег отдохнуть. Вот дополним еще арбузик. Побежали, побежали. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчики.